Некоторое время назад на берегу одной реки находился город. Главной достопримечательностью его была радуга. Радуга здесь была просто необыкновенная, яркая и разноцветная. Здесь жили очень гостеприимные и радушные люди. Центральная улица Радужная была украшена цветами. Пели птицы, стрекотали кузнечики. В этот город приезжали гости со всех концов земного шара, чтобы полюбоваться на радугу. Но люди привыкли к этой жизни и перестали обращать внимание на главную ценность своего города. И тогда небесные силы наслали на город тучи. Началась гроза, пошел сильный дождь. Он барабанил по крышам домов и машин, по листьям деревьев, стучался в двери и окна. Дождь шел всю ночь, неделю, месяцы, годы. Гости перестали приезжать в этот город. Перестали петь птицы, люди перестали улыбаться. И в конце концов, город, его жители, одежда, все вокруг стало серым и бесцветным. Но дети не могли смириться с тем, что у них нет больше радуги. Они обратились к самому старому и самому мудрому жителю города за советом. И старец сказал им: если каждый ребенок нашего города возьмет карандаши и краски и разрисует персонажей разных сказок, которые он увидит в театре, а еще расскажет и покажет хорошую добрую сказку, то тучи рассеются, и в город опять вернется счастье и радость. Но на пути у вас будут случаться различные приключения, за которые вы будете получать жетоны. Кто принесет больше всех жетонов, получит звание «Самый находчивый» и получит от меня подарок. Итак, наши с вами приключения начинаются!